Здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами начнем новый этап работы по установке слива на строение. Вот в прошлом году я построил такое строение, а слива не сделал. Ну что для этого надо? Ну вот я приобрел, значит, жёлоб стандартный, значит, на 120 жёлоб, соответственно, крепление к жёлобу. Вот он, крепление к желобу идет, падает. Вот крепление к желобу. Ну, брал, как говорится, всегда самое дешевое. Самое дешевое такое вот крепление к желобу. Соответственно, вороночка. Вороночка. Из расчета у меня здесь вот строение получается 10 метров. Я буду делать это в одну воронку. В одну воронку. Ну, соответственно, вот здесь повороты. Ну и труба. И труба. Значит, какие особенности? Ну вот у меня стропилы, когда я устанавливал стропилы, я в принципе о сливе не думал, но вот, чтобы установить вот данное крепление, подшил 15-ю доску, но я ее подшил таким образом, если вы смотрите, с носового, значит, края получается практически почти под крышу, то куда будет слив, соответственно, отпустил. Значит, какой расчет? Значит, расчет такой, значит, на каждый метр, значит, слива, значит, 3,5 миллиметра уклона. Ну, вот у меня получается здесь 10,40, ну, грубо говоря, 35 миллиметров уклона. Вот так я будем делать. Что я буду следующим этапом буду делать? Да, и вот доска у меня здесь получается 15, видите, из кусочков, ну, больше просто другой доски нету. Вот из кусочка ее собрал, значит, подшил ее гвоздями в торец, но в перспективе, значит, сбоку еще сделаю там уголочки, чтобы было прочнее. Значит, сейчас на первом этапе мы что сделаем? Устанавливаем крепление с одного конца, значит, и, соответственно, значит, и с другого конца. И делаем уклон 35 миллиметров. Вот таким образом. Да, и будем, значит, крепление делать таким образом, чтобы когда будет сползать снег зимой, чтобы желоб нам не повредил, то есть немножко пониже. Ну как немножко, это сантиметра 4-5 я сделаю. С одной стороны, то есть самая верхняя точка, а с другой стороны там уже, соответственно, если я сделаю 5, то здесь уже будет сантиметров 8,5. Вот, начинаем работать. Так, установил крепление желоба. Вот с одной стороны, видите, тут планочка, значит, установленная, значит, для того, чтобы посмотреть, как будет в случае зимы, как будет ходить снег. Ну, нормально, видите, там расстояние сантиметров 10 получается. Натянул нитку. И вот здесь вот, получается, с другой стороны установил. И уклон надо было где-то, уклон сантиметра 4, у меня получилось, ну, побольше сделал, 5 сантиметров. Вот воронку уже установил, с той стороны, значит, уже крепление желоба поставил. Натянул нитку. Сейчас буду устанавливать через каждых 50 сантиметров крепление и так, значит, до начала. После этого будем ставить желоб. Вот таким образом идем работу. Так, крепление установил, вот воронка, и вот через каждые 50 сантиметров по шнуру установил крепление. Но там в конце, в самом, получилось расстояние немножко побольше. Но чтобы они прослабить, установил уже не через 50, а получилось где-то через 35 сантиметров. Ну, может, даже через 40. Ну вот все. Сейчас еще поставим по одному креплению перед воронкой, чтобы было более крепко. Так, перед воронкой, и можно будет устанавливать уже непосредственно желоб. Вот пока так вот. Проблем здесь никаких не было. Значит, крепление устанавливал на саморез с пресс-шайбой. Но здесь очень просто. Да, когда вот шнур натянул, крепление устанавливаешь, и где-то нужно где-то полмиллиметра, миллиметр до шнура, чтобы крепление не доходило, и будет тогда все очень хорошо. Очень будет ровно и хорошо.
Так, завершили работу по установке слива над строением. Вот уже, как говорится, конечный результат. Вот так он получился. Уклон я даже сделал немножко побольше. Значит, здесь сделал, значит, слив непосредственно, значит, в бочку. Бочку поднял где-то за 70 сантиметров над землей, чтобы можно было эту воду использовать для полива. Ну, в целом скажу так, что вот приобретал самый дешевый, значит, слив, вот этот, значит, самый дешевый. Проблем с установкой практически никаких не было, но была маленькая ошибочка. Ошибочка заключалась в том, то, что сам желоб, значит, двухметровый, я установил, вернее, поставил возле забора на солнце длительное время, он где-то недели две с половиной стоял, три, и, значит, его немножко повело. Значит, кто будет, значит, заниматься с таким желобом, рекомендую или, значит, хранить его где-то на ровном месте, где-то в тени, или же сразу устанавливать. Ну вот и, пожалуй, все. Кто захочет такое сделать, сможет легко сделать. Вторая половина февраля. Испытания снегом. Вот видите, сколько снега. В этом году снега много. Сейчас плюсовая температура. Ну, как мы видим, пока слив исправен. Посмотрим, что будет весной. Ну, вот здесь вот так вот. Ну, вот, да, ну, снега в этом году, конечно, много. Здесь вот подтаялось, видите, еще цело. Вот уже даже мы наблюдаем капельки. И слив начал работать. Ну, соответственно, с бочки пока отвод воды с плана снят. Доживем до весны. Снег практически уже сошел. Как говорится, встречаем весну. Наша задача посмотреть, как перезимовала наша конструкция. Ну, в принципе, видите, все целенькое, все хорошо. Значит, подводим итоги. Значит, такая конструкция на крыше очень даже хорошо. До свидания, до новых встреч.